субботу в Самарской области облачно, местами небольшой дождь, днем 14-16 тепла, ночью плюс 8, плюс 10, северо-западный ветер 3-5, порывы до 12 метров в секунду. В Сызрани малооблачно, днем плюс 16, в темное время суток плюс 8, северный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти облачно, днем плюс 14, ночью 10 с плюсом, северо-западный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, возможен небольшой дождь. Днем плюс 14, ночью плюс 9. Северо-западный ветер 4 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 51%. Внимание, слабая геомагнитная буря.